Привет всем, с вами Фрико, и это инструкция, как перепрошиться через Red Snow на 4.0. Выбираем прошивку. Необходимо на XP и Vista, на Vista и Windows 7 необходимо поставить совместимость с Windows 95-98, так как программа будет вылетать. Нажмем Next. Расходящий на экране. Видим мои логи. Выбираем, что нам надо. У меня уже была установлена Cydia, так что поэтому я сниму галочку. Custom Boot Logo. Загрузочный логотип. У меня он также свой. Логотип должен быть размера 320x480 и размером не более 102 килобайт. Сейчас. И его формат должен быть PNG. Custom color. Вот собственно какого размера. Так, включаем обои. Мультитаскинг поставляем. Жмем Next. Здесь нас убедительно просят подключить HD Lens. Нажимаем. Видим надпись. Запишите. Выключаем. После того, как мы выключим наш девайс, надо нажать Next. Нажимаем Next. Самый ответственный момент. Жмем кнопку выключения, как я уже промазал свою. Сейчас мы его выключим. Продолжим далее. Жмем галочку Next. Нажимаем кнопку выключения, держим. Также начинаем держать кнопку Home. Держим все это вместе. 5, 4, 3, 2. Пускаем кнопку питания. Далее держим кнопку выключения. Держим, пока не появляется белый экран. Как только он появился, можем смело опустить кнопку. Все, отпускаем кнопку. Идем к следующему ребуту. Ждем. Интересно будет как посмотреть, как это будет работать на 3GS. Наверное, там все будет мало. И теперь мы видим на экране, айфона, появилось такое солнышко, которое крутится. Далее мы видим, что весь процесс дальше будет делать наш девайс. То есть программа больше не нужна, мы можем смело нажать финиш. Хотим вообще отсоединить от компа, если хотите, можете. Тут уже на вкус и цвет товарищи, да? То есть вот, мы видим. Он отсоединен. Никаких продуктов нет. Red Snow закрыт. Отсоединить, конечно, не обязательно, но я просто наглядно.
и пошло-поехало. То есть, вы видите, шнурка нет никакого. Делается все без проводов. Почти завершил. Мне показалось. Нет. Мне показалось. Ну, теперь процесс почти завершен. Так, видим, что девайс делает ребут. Вот наш логотип. Собственный. Логотип рекавери я вам показывать не буду. Уже и так идет 6 минут. Ждем включения. Вот мы видим, наше устройство включилось. Видим сию. Я сейчас отключал проценты зарядки, так как у меня они не работают. У меня уже изначально в прошивке нет. Но в меню их не должно быть сейчас. Вот, как мы видим в статистике, их больше нет. То есть также аналогично делается с обоими. Если нам, например, они уже не нужны, мы просто перепрошиваем заново через Red Snow. Убираем просто-напросто галочку, то же самое с мультизадачностью. Если вам нужны сохраненные файлы из CD, то лучше на CD снимите галочку. Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. С вами был Фрика. Подписывайтесь на мой канал.